Здоровые охраняемые ворота перед домом. О, замечательно. Ворота, конечно, можно взломать, но это потребует неслабых навыков. Поищи лучше какой-нибудь другой путь. Пожарную лестницу, например. Да, круто. Ладно, принимаем. Ладно, рассказывай. Серьезно? Ого! Спасибо, Адам. Я думал, мне конец. Запись, скорее всего, хранится на компьютере у него дома. Как найдешь ее, встретимся перед входом на парковку у подземки. Дальше сам разберусь. Так, супер. Значит, еще одно задание нам, да, дали. Активное. Так. Подождите. А почему она у нас сюда не добавлена? Может быть, сейчас? А, вот она, елки-палки, побочная. Так. Все, ясно. Ну что ж, дружок, давайте, кстати... Так, что тут светится? Давайте посмотрим. О, обезболивающее, клево. Так, это еще такой карманный секретарь. Бутылочку вина возьмем. Вот эту ручку нельзя, да? Так, что здесь? Взлом. Ух, офигели, третий уровень. Фига себе. Прикольно. А вот этот компьютер? Давайте-ка позырим. Ну, тут камеры. Камера слежения. Еще что-то интересного. Доступ к роботам запрещен и турелям запрещен. Так, а что там в этом было? Так, как посмотреть-то, елки-палки. Так. А, вот, карманный секретарь. Так, от кого? От Фрэнка Притчарда Адама Дженсона. О, как раз нам писал. Так, поскольку мне сказали, что ты вернешься, я удалил. Так, твою счетную запись целиком. И вот он ему сделал новую. Логин. А, Дженсен Мэндрейк. Пароль. Так, супер. А вот этот секретарь. Ты где, мать твою, шляешься? Так. Ну вот как раз нашли этот секретарь. Тут про этот нейропазин, который крадут отсюда. Ладненько, давайте. Введем пароль. Доступ разрешен, шикарно. Так, письмо у нас есть. Так, от кого хоть? От Афины Маргулис. Угу. Ну вот как раз про кражу нейропазина пишут. Так. Дензел Митчелл. А, код от двери дают. Так, а можно обыскать кабинет Уилла? Давайте так и сделаем. 23-й кабинет. Код 3716. А вот где работает этот? Дензел Митчелл. Черт его дери. Можно, конечно, ко всем дверям подойти и попробовать. Ну, давайте, ладно, попробуем сейчас. Немножко походить здесь. Так. Ага, вот тут еще какой-то офис есть. Вот он, Дензел Митчелл. А, сейчас быстро гляну, что там за код был. Так, 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 почта. Дензел Митчелл. Сейчас. Т.
1364. А, ну вот он у нас здесь уже есть. Заходим. Даже взламывать ничего не пришлось. А там, наверное, третий уровень, кстати, защиты был. Так, это что такое? Электронная книга. Глобальная политика, издание 2026 года. А, любят тут почитать. О, про Китай пишут, то, что становится сверхдержавой. Отнимают США лидерство во многих сферах. Так. Слушайте, интересно, интересно. Вот, очень приятно, на самом деле, то, что очень много таких элементов, которые можно изучить, там, почитать. Опять же, компьютеры, вот эти письма электронные, все круто. Мне пока очень нравится. Так, карман и секретарь еще здесь есть. Давайте сразу посмотрим. Так. Это у Дензела Митчелла КПК. Так, от какой-то Shine Ferret. Сейчас быстро прочитаем. Маргулис. Это вот автор письма, который мы получили на компьютер Адама в офисе. 27-й не офис. Код 4145. А, он через вентиляцию хотел пролезть. Вообще замечательно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут со взломом. Так. Угу. Прикольно. И вот сообщение от Фрэнка Причарда. Не сообщайте свой логин, пароль и код доступа. Не скачивайте бесплатное программное обеспечение, не устанавливайте программу без разрешения проверки департамента IT. Так, прикольно. Так, какой там у нас... кто у нас там следующий? Так... Вот, от Афины Маргулис. Так, там был у нас 23-й, а здесь еще мы можем... А, вот. 23-й ком, 37-16. Ладно, что ж, пойдем. Здесь мы ничего больше взять не можем. Судя по всему, нет. 23-й офис. Давайте дверочку закроем, а то что-то как-то не очень это будет смотреться. Начальник службы безопасности лазит по чужим компам. Вообще замечательно. Так. Тут нифига не будет. Нам нужен эскалатор. Так, отсюда мы можем попасть? Давайте, может... Нет, здесь третий уровень взлома. У нас такого нет. Да. Ну, придется прокачиваться потом. Так. Все. Здесь на второй этаж, да? Так, 23-й, 20-й, 22-й. Где-то здесь, наверное, будет 23-й. Блин, где 23-й-то? 27-й, 25-й, 20... Вон он, 23-й. Странно расположили. Ну, видимо, с той стороны четные, а с этой нечетные. Вот. Я сразу, на самом деле, не сориентировался что-то. Так, Уилл. А, это кабинет Уилла, и там с кем-то ему делят.
37, 16. Ой. Сори. 37, 16. Отлично, заходим. Так, ну что же. Давайте осмотримся. Ящик, давайте что-нибудь возьмем. Украдем деньги. 25 кредитов целых. Так, кража нерпозина. Угу, это ответ. Там, Фрэнк, это ты меня... Это в чем ты меня обвиняешь? Да, я беру иногда нерпозин из лаборатории, он мне бывает нужен для опытов. Фигня, короче, какая-то. Так. О, вот это интересно, результат исследования Уиллера Селлини. Так, можно еще сходить в 32-й офис. Код 9642. Неинтересно. Тоже неинтересно. Давайте в 32-й сходим. Фигля. По-моему, бессмысленно ждать новостей от полиции Детройта. А, нет, это мы в пентхаус попадем. Нафиг нам пентхаус этот... Правильно? Нам сейчас... Блин, опять я кругаля сделал такой нормальный. Вперед, 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 вперед! Вперед, вперед, вперед! Так... 30... Вон, 32-й. Посмотрим сейчас на табличку, кто это есть-то. Петерсон, Тед Бругер. 96-42. Супер. Заходим, закрываем. О, глядите, вентиляция. Сразу пойду туда. А потом вернемся, все равно там все изучу. Так, мне еще дали 100 очков опыта. Это вообще супер прикольно. А это чей кабинет, интересно? О, даже взламывать не пришлось. Там третий уровень был. Представляете? Вообще шикарно. Блин, на рабочем месте прям они читают. Так, история корпорации Bell Tower. Достаточно интересно. Хорошо написано. Так, обыскать. Кредитный чип. 37 кредитов украдем сейчас. Так, что еще можно украсть здесь? Подрезать. Так, тут у него ящика, что ли, нет? Вот это что такое? Тоже кредитный чип. А сколько там он даст нам? О, 67, достаточно щедро. Попробуем взломать. А тут даже взламывать не надо. Так. Опять про этот нерпозин. Вот. А Фрэнк Причард выдвигает версию, то, что им кто-то приторговывает на черном рынке. Вот, мне тоже почему-то кажется, что так и есть. Так, нужно разобраться с этим вопросом, доложить шерифу раньше, чем это сделает Дженсен. Не хочешь поиграть ночного детектива? Так, у меня есть видео.